Бывает, не имеют отдельные пальцы, мизинцы, указательные, средние. Иногда ощущение распространяется на всю кисть и даже захватывает руку. В основном онемение не сопровождается болью, но все равно тревожит. Онемение пальцев и конечностей – тревожный сигнал. О чем это может говорить? Пальцы могут неметь, терять чувствительность, становиться холодными из-за передавливания нервных окончаний, либо из-за недостатка кровообращения. Речь идет как о кровеносных сосудах и нервных волокнах, находящихся вблизи онемевшего пальца, так и о нервах и сосудах, находящихся не близко. Неопасное онемение может происходить из-за неудобного положения тела. Когда продолжительное время держать руку, совсем не двигая ею, нервное окончание или сосуд временно пережимаются. В этом случае онемение может распространяться до локтя. Очень часто защемление происходит у людей, долго работающих за компьютером. Есть более серьезные причины онемения пальцев. Это может быть шейный остеохондроз, мигрень, болезни сердца, диабет, нехватка витамина В12. Если вы чувствуете, что у вас постоянно немеют пальцы, попробуйте сменить положение рук, отвлекитесь от работы и немного подвигайтесь. Если это не помогает, нужно пройти медицинское обследование, сделать электрокардиограмму, сдать анализы и понять, нет ли у вас недостатка витаминов или остеохондроза. Если вы заметили, что кроме онемения пальцев появились другие неприятные симптомы, головная боль, ощущение сдавливания в шее и спине, это точно говорит о проблемах со здоровьем.